Всем привет! Мы отправляемся в аквапарк. Наш влог должен был начинаться с того, что мы собираем чемоданы в поездку на моих каникулах. Но так получилось, что мы заболели и поэтому остались дома. Поэтому сегодняшний влог чисто домашний. Мы с сыном дома, жена работает, а мы лечимся. Как не знаю, как вы, когда я болел дома маленький, это означало, что можно смотреть мультики и беситься. Ну-ка, давай попрыгаем. Важная минутка. Сейчас на нашем канале 10 639 подписчиков. Самое время, если ты не подписан, подписаться на наш канал, поставить лайки на видео. Да, Степка? Короче, мы со Степаном сидим дома и болеем. Наша мама работает. Хотелось бы, конечно, прогуляться на улице, но я смотрю на улицу, и на улице такая тоска, так пасмурно. Солнца вообще практически нет. Поэтому желания там гулять тоже никакого нет. Так. Первая утренняя процедура. Малышу немножечко лозалвана от кашля. Давай, иди ко мне. Иди, пей. Я просто уехать от тебя. Ну, круто до дома сидеть. Можно на велосипеде гонять прямо дома. Да? Так, а это у нас норка. Место, куда может залезать только малыш. Ну, давайте посмотрим, что там есть. А там! Уже 3 дня здесь сидит и не вылезает. А так! Я поймаю! А так, мячик летел к малышу. Мяч! Теперь ты мне пинай. Папа, тогда тебе нужно туда. А я успею отбежать, давай. Пинай. Далеко. Давай, далеко, пинай. Вот так. Фух, ну что, мы покатались на велосипеде, автобусе, мы построили норку, мы поиграли в футбол. Мы поиграли во все, что можно. Но самое главное, что прошло всего лишь навсего 15 минут. У нас пришло время завтракать. Сейчас буду готовить ребенку завтрак. Ребенок уже там сейчас подойдет. Будем вместе кушать. Сейчас посмотрим, что нам мама оставила. Сегодня у нас настоящий английский завтрак. Каша молочная с изюмом и еще с чем? Это что у нас такое красненькое? Гинжа. Какая гинжа? Это варенье. Яблочко и сыр на бутербродах. Собираю как будто
Ну все, мама, целуй малыша. Машу маме пока. Маме, ой, господи. Все, пока. Ты что плачешь? Мама бросила. Потом сходим погуляем. Давай, рассказывай, вот к чему конкурсе. Степан лег спать. Ну а мы начинаем потихонечку работать над шорцами. Уже приготовил аппаратуру. Достал фотоаппараты, достал стульку. Сейчас будем снимать. Что будет, смотрите. Ну что, шортс снял. Теперь самое стрёмное и самое тягомотное – это пойти их смонтировать. В общем, Степан спал недолго. В итоге Степан спал всего лишь навсего час. Выскочил, сказал, что спать он не будет. Поэтому мы продолжаем наш день отца. Сейчас будем пить лекарства. Да? Просто мы сильно кашляем, но в итоге кашель спать нам нормально не дал. Да? Не дал кашель спать тебе? Не дал. У нас новая игра. Мы играем в лифт. Поехали? Поехали. Давай, нажимай на кнопку. Вот она. Пик. Тик-т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 ик. Чик. Пжик. Все, мы приехали. 14 этаж. 14-й? Да, ну-ка заходим. Мы дома? Да. Ой, это не 14-й. Нет, это не 14-й. Быстрее назад. Быстрее на кухню. Быстрее. Поезд едет на кухню. А теперь в зал. Снег у нас на улице совсем растаял. Да, Стёп? Да, растаял. Что-то совсем нету снега. Кстати, смотрите. Для того, чтобы обеспечить безопасность ребенка, либо ставьте специальные щеколды, но мы им не доверяем. Поэтому мы просто тупо сняли, прям как у меня в школе, ручки. Если надо, вставляем. Да, Стёп? Да. А для чего? Ну, это так надо. Что у нас там? Нет снега? Нету. Совсем нет? О, вот так мы кашляем. Скажи, когда уже мы выздоровеем? Когда? Да вот никто не знает. Так, что у нас там? Снега совсем нету? Совсем. Напасть. Длинную подушку нарисовать. Так, а мне каким цветом тебе подушку рисовать? Я уже нарисовай. Подушку вот такую. А теперь маленькую давай подушку нарисуем. Вот такую. Оп. 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 Мягенькую, да? Ну, такая маленькая, мягенькая подушечка. Как квадратик. Так, у нас время ужина. Да? Итак, что у нас сегодня на ужин, Степан? У нас лапшичка, огурчики и наггетсы. А у папы лапшичка, огурчики и котлета. Да? Будем кушать? Давай. За ужин. Динг! Вот она, наша мама пришла. Привет, вот она. Вот она. Вот так это. Ждал маму? Вот она. Всем привет. Рабочая жена. Вот так и заканчивается наш сегодняшний
день со Степаном. Пост дал, пост принял. День с папой. Ну-ка, обнимай маму. Обнимай маму. О, Степан радостный, наконец-то. Оп, все, скажи всем пока. Пока. Все, скажи.